Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хочу оставить свой отзыв на третью ступень школы коучинга УВК. Для меня школа коучинга, именно третья ступень, стала где-то переломной в том плане, что я научился работать сам с собой. Я и раньше любил персональную работу, сейчас люблю. Но когда я работаю сам инструментами УВК, то я не привязан ни к человеку, ни ко времени суток. И здесь получается очень такой универсальный инструмент. С одной стороны, можно, работая над собой, найти какой-то глубокий внутренний конфликт, а потом уже в связке с коучем, например, его отработать. И я стал замечать то, как я принимаю выбор. Если я, например, раньше делал выбор и шел дальше, или какое-то решение принимал и шел дальше, то сейчас я смотрю, детально разбираю, а почему именно я сделал именно этот выбор или принял именно такое решение. И очень часто получается так, что, например, на это решение мог повлиять какой-нибудь родительский интроект. Это может быть любой интроект, не обязательно родительский, но сам факт того, что я стал это переосмыслять и уже принимать непосредственно свой выбор делать и принимать непосредственно свое решение. Вот такой отзыв у меня получился.